связанная с Новым годом. Какая-нибудь история с Новым годом. Была. Совсем завязал и ни грамма не выпил. Но это было один раз в жизни. Поэтому и запомнилось. То есть в Новый год вы не выпили ни грамма? Ни грамма. Ага. Я тогда приглашаю вас принять участие с этой шуткой в первоапрельской программе. Хорошо. Не верит. Не верит. А когда правду говорят, тогда всегда не верят. Конечно. Никто. Кто? В Новый год. Я верю, что он в Новый год не выпил. Человек ни рюмки, ни пол, ни грамма. Верю. Он соврал. Нет, я верю. Глаза 250 очков. С вас новогодняя история. Какая милая, трогательная. Или случай со съемок, пожалуйста, как хотите. Ну, эта история немножко будет длинновата. Ничего. Ничего. Новый год через полтора часа. Кстати, это ваша заливная рыба, это импровизация. Потому что Эльдар Александрович любил импровизацию. Действительно гадость была? Да. И тепленькая пошла, это тоже импровизация, потому что, сами понимаете, на студии Мосфильм пустить горячую воду. Глупость. Вы представляете, что это такое? Так пустили горячую воду, только сначала не горячую, а тепленькую. И вот и поэтому я мылся под холодной, а потом, когда пошла тепленькая, я сказал, о, тепленькая пошла. Поэтому вас Рязанов в шубу и одел. Это да. Это вошло в картину. Так, вот, да, историю. История такая. Значит, дело в том, что мы с Андрюшей и Барбарой разговаривали на разных языках. Она... Как, простите, вы с Андрюшей? Простите, Барбара говорила по-польски. По-польски говорил, нет, в картине она говорила по-русски, но с небольшим мягким, очень легким акцентом. И дело в том, что она приходила на съемку всегда подготовленная, всегда с выученным текстом, всегда... как все профессионалы, да. Конечно. В отличие от нас с Андрюшей. Потому что всегда с выученным текстом. И однажды на съемке Барбара взбеленилась, это не то слово, но во всяком случае, если это мягко сказать по-польски, возмутилась. Ах, это польское слово. Да. Я уже что-то понимаю по-польски. Возмутилась. Почему? Возмутилась почему? Потому что она говорит, какого черта я сижу каждое утро, просыпаюсь в 6 часов утра или не сплю до часу ночи, учу этот текст по сценарию, а мне на съемке мои партнеры отвечают, черт знает каким текстом, каким-то своим придуманным текстом. И она устроила, ну, маленькое возмущение, на что Рязанов прореагировал так мягко. Простите, я не понимаю, какая-то странная история, но вы тоже не учили текст? Че, рязановский? Да. Ну, конечно, нет. А где еще кто? И я тоже подумал. Значит, кому это надо? Это, простите, ради бога, у вас 100 очков, букву назови. Я понимаю, для актера это невероятно важно. После какого фильма, после «Иронии судьбы» или после какого-нибудь другого фильма, сразу, ну как бы вас сразу стали узнавать и я не знаю, популярность сразу. Это был какой-то до этого фильм или «Ирония»? Нет, до этого было все нормально, держали меня за нормальную артисту. До этого было все нормально. А после «Иронии судьбы»? Катастрофа. Да? Вон этот алкоголик идет. Только так. Андрюша, у вас 100 очков. Главная пауза. Нет, я хочу как будто из фильма. Как будто так, как всегда. Я не могу, мне все равно. Вообще, мне это слово, я должна честно сказать, подсказала Люба Соколова. Она на себя показала, я сразу сказала «любовь». Если быть честной. Да. Продолжаем разговор. Значит, рекламную паузу. Да, рекламная пауза. Что еще? Санечка, вы правильно встали? Абсолютно. Прощайте барабан, ваш ход. Нет. Все. Я говорю, что... А?
Что надо? Вращать барабан. Вот. Вращай барабан. Плохо слышит мальчик. Глуховат. Что такое? Что случилось? Что? Вращаю барабан. Ой, он вооружен, очень опасен. Что? Тихо, вращаю только, тихо. Вращаю барабан. Тихо. Это тихо. Ограбление. Призыв в студию. Тихо. А? Призыв в студию. Пожалуйста. Приз Любовь Соколовой в студию. Вот. Любовь Сергеевна, мы очень хотим, чтобы вам досталась вот эта милая, приятная радость в новогоднюю ночь. Значит, тема нашей сегодняшней игры – это то, с чего начинается ваш фильм. Да, начинается с титров. А потом? А потом там появляется изображение. Мое изображение. А, вообще, да, я тебя узнал. Потом чего фильм начинается? Фильм начинается с бани. Это вы, Ипполит Акакин? Первый раз слышу, но... Нет, ладно. Подождите, это Ипполит был Яковлев. Что? Я нарочно. Фильм начинается с меня. Я иду по предновогодней Москве. Да. Покупаю товары. Вот. Ни ты, ни Сашка не видел. Любочка одна видела. Да. Нет, а потом уже баня. А потом, ну, баня есть? Ну, есть где-то, да. Баня есть, а как там же? Там ты мимо бани не шел. Я иду по праздничной Москве. Так. Не мимо же бани ты же. Не мимо бани. Не мимо бани. Он идет по праздничной в Москве. Да. Закупает продукты. Для чего? Для того, чтобы пойти... Ты хочешь, чтобы сказал, да пойти в баню. Ну вот! Да. Я и выводил сюда! Поэтому тема нашей сегодняшней игры – баня. Ага. Вот вам задание на третий новогодний тур. Они односторонние? Односторонние, да, они односторонние. Пойдете в лес как-нибудь, в валенках. Лежит что-нибудь. Чего там лежит? Что это? Валенки? Ну, что это? Если бы я был Брыльский, там бы лежал мотоцикл. Нет, дело в том, что если мы знаете что, вы доставайте, мы потому что решили, что если вы уйдете далеко, как вас искать? Мы вам туда пейджер положили. С Новым годом и с новым пейджером. Да. Пусть останется на память. Да. Замечательно. Кроме всего прочего, этот сюрприз не влияет. Это анекдот, ты знаешь, да? Какой? Ну, как идут, естественно, новые русские, в других идут нет. Идет и с мальчиком маленьким, да? И кто-то рисует. Что-то такое, типа Красной площади. Вот видишь, да? Вот у него нет полароида, и он мучает. Дай потрогать-то. Ладно. Валенки. Оделся. Александр Анатольевич, вы имеете при этом право еще... Да, пожалуйста, 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 можно на стол, пожалуйста. Вы можете при этом еще и букву назвать. Санечка, вращайте барабан. Вы ошиблись. А можно теперь передать привет? А можно сначала, хорошо. А потом привет. А я недолго, я просто сказал, да. Привет, и все. Я передал привет. Во, класс. Вот это привет. Да. Такой привет мне нравится. Откуда ты взялся? Который час, не подскажете? Половина 11-го. Мы опаздываем. Отвали! Тихо, спокойно, новогодняя ночь, сектор сюрприз. Александру Белявскому приз, студию, иди, пришел, иди, таскай приз. Это моя помощница Леночка. Леночка, будьте любезны, приз, сюрприз в студию. Для Санечки, сюрприз в студию. Я хотел подарить вам это вместе с валенками. Мало ли где вы окажетесь в новогоднюю ночь. Нет, дело не в этом. Мало ли, зима. Да. Все же огромный кипятильник. Вдруг отключат свет, воду. Видите, вы куда собираетесь это втыкать? Куда втыкать? Ну, для оживления? Ну да. Чтобы поднять температуру? Ну. Сломал! С Новым годом вас всех! С новым сумасшедшим 1997 годом! Лёня, так, я к чему? Давайте я подскажу. Кипятильник. А меня с новым кипятильником. С новым кипятильником вас. А теперь я хочу подарить вам то, во что это вставляют. У меня есть. От поля чудес то, куда мы вставляем кипятильник, вам на добрую память. Новогодний подарок. А вам.
Замечательно. Санечка, ты еще при этом... Держи, дружочек, это на память. С Новым годом. 550 очков. Вы, Санечка, вы сразу нагадите слово? Ну, вообще, честно сказать, такого слова нет. Вообще. Ах так? Думаю, что да. Но я, так сказать... Какой это стоп? Стоп, ну. Стоп! Что? Стоп! Ну чего, не так, да? Стоп! Сток! Залезали в сток и допарились! Мы аплодируем третьему финалисту комбинации шоу «Больше лес». Мы аплодируем всем игрокам третьей тройки! Подарки в студию! Адский труд! Распаковывайте, Александр Анатольевич, распаковывайте. Я хочу, чтобы вы видели то, что вам подарили. Пожалуйста. От капитал-шоу «Поле чудес», от независимой телекомпании «ВИД» наши новогодние подарки любимым нашим актерам в студию. Ну, собирай там несколько жмихматик туда ставить. А он скажет... Ой, таскать... Ой, ребята, вы что? С новым 1997 годом! Мне очень хочется... Кто? Рекламную паузу кто? Вы, пожалуйста. Не-не-не, Лёва, скажите, пожалуйста. Рекламная пауза! Oh, yes! Возьмёте деньги? Никогда. Да? От вас ни за что. Нет? Нет. Мне приятно, что вы отказались от денег, потому что вам приготовлен специальный приз. Мне очень приятно, что именно вам выпал сектор приз. Мы дарим вам бесплатный авиационный билет Москва-Ленинград обратно на целый год. Ровно на год мы оплачиваем, когда бы вы ни поехали в Ленинград, Москва-Ленинград обратно. Годовой бесплатный билет. Я поехал. Годовой бесплатный билет. Вы довольны? Очень. Ладно, поехали дальше. Личка, вращайте, пожалуйста, барабан. Ваш ход. Лия. Что? А я хочу вам подсказать. Мне уже Саша подсказал. Что? Ну, по-моему, я угадал, но пускай победит Лилечка. Она очень волнуется.